В редакции медиагруппы «Общественное мнение» правоохранительные органы проводят обыски. Напомню, в отношении сотрудника издания Сергея Вилкова велось судебное разбирательство по обвинению в экстремизме. Началось все с обращения главы региональной общественной палаты Александра Ландо в правоохранительные органы. Он заметил, что журналист размещает на своих страничках в социальных сетях изображение свастики. Это вообще недопустимо, это аморально, это противозаконно. Поэтому все, что всегда будет связано с этими проблемами, неважно, кто это будет, Вилков, Сидоров, Петров, Иванов, я, конечно, как председатель общественной палаты, как гражданин России, буду реагировать адекватно. Сотрудники правоохранительных органов ситуацию с обысками в офисе компании не комментируют. Финансовый директор Ольга Чесакова пояснила, что полицейские интересуются наличием лицензии на программное обеспечение, установленное на компьютерах редакции. По информации СМИ, обыски продолжатся на квартире Сергея Вилкова. Его задержали и повезли домой для продолжения следственных действий.